Японский архипелаг. Через 20 лет. Рост численности собак достиг масштабов эпидемии. Вспышки собачьего гриппа прокатились по городу Мегасаки. Мэр Кобаяши издал экстренный приказ, призывая к немедленному карантину. Мусорный остров превратился в место ссылки. Стал островом собак. Я этот мусор уже не перевариваю. Точно, как с языка снял. Даже не думай сдаваться, понял меня? Никогда. Ты Рекс, ты король, ты герцог, ты босс! Я вождь. Мы стая страшных, несокрушимых альфа-псов. Атари Кобаяши, ты героически угнал легкий турбовинтовой самолет XJ-75 и полетел на остров ради своего пса. Вот засада. Кажется, я влюбилась. Спотса! Мы тебя поняли. Ищешь своего пропавшего пса Спотса. Кто-нибудь его знает? Нет. Спотс, если он еще жив, может содержаться здесь в качестве пленника. Похоже, что-то назревает. Ты ему поможешь? Юному пилоту. С чего бы? Потому что он 12-летний мальчик. Мы таких обожаем. Мы найдем его. Где бы он ни был, если он жив, мы найдем твоего пса. Сейчас будет драка! Кто-нибудь его понимает? Вау! На север, вдоль старой дороги, через ядовитые грязевые болота, ведущие к радиоактивной свалке токсичных химических отходов. Вот куда мы отправимся.